Спасатели в Волгограде продолжат разбирать завалы дома на улице Космонавтов в понедельник. Об этом сообщают в региональном МЧС. Решение приняли на заседании оперативного штаба. Специалисты планируют к вечеру воскресенья вывести из квартир вещи жильцов. А в понедельник с новыми силами приступить к поисковой операции. Руководить ей будут московские отряды Центра «Спас» и «Лидер». Многоэтажный дом обрушился 20 декабря. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир.